Здравствуйте, дорогие выцинцы, болельщики футбола, любители, футболисты. Поздравляю вас с наступающим Новым годом, с наступающим Рождеством. В Новом году самое главное, желаю крепкого здоровья, счастья, любви. Все, что вы сами запланировали, чтобы оно у вас сбылось. Хочу позвать болельщиков и просто любителей футбола, чтобы они ходили, поддерживали команду в 2019 году. Я думаю, что сезон будет лучше, чем был в 2018. Приходите все на футбол.